Всем тыквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, ребятки, опять на дворе ночь и опять я записываю ролик, потому что нам в игру завезли что? Новый премиум кейс. Мы, в принципе, содержимое данного кейса уже знали давно, знали, что будет улучшаемый скинец на пулемет, знали про прекрасный скинец на калашик. И прямо сейчас мы с вами зайдем сначала на аккаунты подписчиков, два аккаунта по 100 кейсиков, посмотрим с вами на шансы дропов. Ну а потом вернемся на мой аккаунт, потому что у меня тоже есть кейсики, и попробуем подкрывать на моем аккаунте, тоже посмотрим, что там годного может упасть. Ну а во второй части ролика вы увидите, как я крутил рулетку с Мазерати на целых 500 000 юцешек. И вы узнаете, сколько можно было выбить монет за такое количество юцешек. Так что видосик будет максимально эпичным и интересным. Поэтому всем вам желаю, конечно же, приятного просмотра. Ну и да, напоминаю, ребят, что у нас на канале проходит розыгрыш, во-первых, двух скинов Мазерати, это раз. Во-вторых, розыгрышем на, конечно же, прокачке аккаунта. Розыгрыш 3 Royal Pass'ов. Ребят, розыгрышей очень много. Все ссылочки в описании. Просто переходите, выполняйте условия и участвуйте, потому что это сделано для вас, конечно же, в знак благодарность за вашу поддержку. Ну и помимо этого, напоминаю, ребятки, что если вы хотите пооткрывать какой-то кейсик или покрутить какую-то рулетку и не знаете, где приобрести выгодно и быстро самые фартовые юцешки, обращайтесь в мой магазин юцешек. Ссылочка есть в описании. Переходите, покупайте, кайфуйте. Так, ну что ж, мы с вами зашли на первый аккаунт. Спасибо большое подписчику за то, что предоставил его. У нас тут 102 кейсика. Ну и, в принципе, будем открывать до победного. Так, нажимаем сюда, выбираем кейсики. Ну и погнали. Давайте посмотрим, что у нас тут годного дропнется, ребятки. Так. Окей, молотов. Хорошо, так, первая десятка у нас молотов. До гарантов сколько нужно открывать? Чего? Серьезно? Ничего себе. Вот это поворот. А, стоп, гарант был уже. Ё-моё, я думал, что это у нас уже получается второй гарант, я же правильно понимаю? Опачки. Вы также получите... Ну, окей, спасибо. Так, я понял, ладно. А то я уже испугался, что гарант это нужно именно открывать именно 100 кейсов. Это, оказывается, каждая десятка. Окей, окей. Так, ну пока что так себе. Нет. Нет, все правильно. Плюс 22 за десятку. Или если там дропается, у тебя сбивается. Я просто не понял именно смысла. Походу, если дропается легендарка, тогда сбивается вот эта шкала, да? Да, я понял, сорян, мой косяк, ребятки. То есть у нас дропнулся один легендарный предмет, обнулилось, потом второй, окей, окей. Я просто премиум кейс не открывал, честно вам скажу, очень давно. Я не помню, что здесь происходит. Так, ну, первые две десяточки были, конечно, хорошие, а вот дальше что-то печально. Ну-ка, давай, давай калашик. Про пулеметы вообще молчу. Голова. Понятно. И сброс у нас произошел. Окей, окей. Так, ну пока что так себе. Пока что так себе. Интересно, калашик вообще дропнется или нет? Вот прям очень интересно. Потому что он выглядит очень хорошо. Блин. Еще одна голова. Понятно. Две головы. Ну, такое, такое. У нас еще 32 кейса. Погнали дальше. Но пока что за 70 кейсов две головы и там по мелочи скины вообще, к сожалению, ни о чем. Опа, УЗИшка. Ну, УЗИшка неплохо. А калашик, давай калашик. Шлем. Бля, сыпет. Сыпет неплохо, я вам скажу, ребят. В принципе, сыпет неплохо. Жаль, что не то, что я хочу. Хотя я не знаю, что хочет подписчик, если честно. Он просто сказал, что открывай и все, как бы. Там не было каких-то определенных запросов, что он хочет что-то из этого кейса. Но просто мне хотелось бы увидеть, но чтобы дропнулся. Ну, я про улучшаемый вообще молчу, да, но тоже было бы круто, если бы упал он. И все. В принципе, 100 кейсов у нас быстренько за 3 минутки закончились. Окей, окей. Так, у нас еще есть 2 по 1. Давайте откроем. Так, ну-ка. Опачки! Ля! Ничего себе. Один кейсик. Неплохо. Рюкзачок, хорошо. Давай калашик еще с одного, а? Размечтался, я понял.
Ну, в принципе, неплохо. Мы забрали все, кроме калаша и кроме пулемета. Остальное мы все забрали. И это за 100 кейсов. Я вам скажу, очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Ладно, погнали на следующий аккаунт, посмотрим, как там у нас будет с дропом. Так, ну что ж, вот мы с вами переместились на следующий аккаунт. Заходим сюда, и у нас здесь сколько? 94 кейсика. Ну окей, погнали. Давайте посмотрим, что тут у нас будет по дропу, ребят. В принципе, предыдущий аккаунт, повторюсь, более-менее нормально. Прям там рюкзачок еще в конце вообще сочно был. Так, голова в самом начале, окей. И все. Кто-то в друзья тут стучиться в команду нам не надо. Не надо. Так, ну одна голова есть, одна легендарочка есть. Пустая десятка. Ладно, идем дальше. Пока что на том аккаунте получше было начало. Так, ну-ка. А давай реально пулемет. Шлем. Шлемы тоже выбивали. Блин, мне интересно, вот вообще он дропнется именно этот пулемет или нет за бесплатные купоны. Я помню, что в прошлый раз именно ДПшка падала вроде ребятам. Но, к сожалению, я этого не видел. Голова еще одна. Ну, короче, вы поняли. Головы падают. Шлем падает. Молотов еще должен упасть. Висюлька. А потом рюкзак. И УЗИшка. Ну, типа, такая у нас идет именно... Висюлька, пожалуйста. Я понял, я понял. Теперь у нас должно по логике что? Молотов. После этого УЗИшка, после этого рюкзак. Ну-ка. А, вообще ничего. Прекрасно, прекрасно. А может все-таки, блин, я бы хотел увидеть, если честно... Тот самый пулемет, чтобы упал. Было бы круто. Я думаю, подписчик был бы очень рад. Считайте, он копил эти купончики. Предоставил аккаунт. Мы получили бесплатно еще. 20 кейсиков осталось всего лишь. Серьезно, так быстро. Капец, ребят. 2 минутки и здрасте. Кто мне в это время пишет? Так, ну и последняя десятка. Последняя десяточка. Ну давай! О! Молотов! Ну вы поняли, короче, ребят, как дроп, да, падает. Давайте по одному подкрываем. Может быть, еще упадет нам музишка или рюкзак. На другой я даже не надеюсь, серьезно. Как бы я уже понял алгоритм, так сказать. Музишка! Есть еще сомнения? Так, ну сейчас мы зайдем на мой аккаунт, у меня, в принципе, не так много, у меня всего лишь 30 кейсиков. Но идею я понял, что я выбью себе именно несколько голов и все, на этом все закончится. Короче, идею вы поняли, ребят, как это работает. Ну ладно, погнали, погнали на мой аккаунт, посмотрим, что у меня будет. Так, ну что ж, мы с вами вернулись на мой аккаунт. У меня всего лишь 30 кейсиков, ребятки. Не, у меня их больше, но я просто перерабатывать их не хочу. Потому что, ну, я уже понял, что вот это не дропнется. У меня он просто есть. И был бы повторный материальчик, это было бы годно, да? Но, как вы заметили, на двух аккаунтах по соточке кейсов мы с вами открыли. Пулеметом там даже не пахнет. Шансы есть, но они, как вы понимаете, минимальны. Шлем, окей. Голова сейчас какая-то должна дропнуться. Просто чекайте сейчас. Следующая десяточка будет голова. Я даже пропускать не буду, это всего лишь три десяточки. Ну-ка, давай. А, вообще ничего. Ну, тоже нормально, тоже нормально. Последняя десятка. Давай. Просто голова сейчас дропнется. Чекайте. Или голова, или висюлька. Или ничего. А, ничего, ну это тоже вариант. Ну, блин, давайте добьем уже до гаранта, да? И, в принципе, больше трогать его не будем, этот кейси. Ну, за ЮЦшки, я думаю, должен быть какой-то шанс. Конечно. Висюлька! Ну, даже за ЮЦшки падает так, как падало на тех аккаунтах за бесплатные купоны. Все, на этом мы с вами останавливаемся, ребят. В общем, вы поняли. Вы поняли, что с премиумом, ребятки. Делайте выводы. Открывать, не открывать. Но на этом видос, как я обещал, не заканчивается. Прямо сейчас вы увидите, как я крутил рулетку с Мазерати на целых 500 000 ЮЦшек. Приятного просмотра. Ну что ж, ребятки. 500 000 ЮЦшек. 500 000 ЮЦшек, и прямо сейчас мы с вами видим, сколько монет можно забрать за эти ЮЦшки. Ставим, конечно же, пропуск и погнали. Давайте смотреть, что у нас получится.
Конечно, это будет долго. Ну, может быть, именно нам повезет, и мы выбьем отсюда побыстрее именно все монеточки. Не будет вот такой вот неудачи. Но это все равно займет время. Поэтому, ребятки, берите чаек, печенюхи и погнали. Погнали смотреть, сколько же нам будут стоить. Ну, можно будет потом вычислить, да, примерно сколько стоит одна монеточка за такой объем. Потому что должно быть и по-любому какое-то везение вот такого вот рода, да, которое нас перекинет там плюс 3, к примеру, да, или плюс 2, почему нет. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что за 500 000 ЮЦ-шек, в принципе, есть продвижение. Смотрите-ка. А давай еще раз. А, конечно. В конце он не хочет. А, нет, смотрите-ка, забрали. Вот, в принципе, очень даже неплохо, я вам скажу. Конечно, не 9000, как это было на моем аккаунте, но, в принципе, начало хорошее. Погнали дальше. Так, 2 ячеечки, хорошо. Теперь у нас будет промах. А, нет, смотрите-ка, прошли. Так, ну значит сейчас должен быть по-любому промах. Ну, и второй тоже промах, да? Нет. Блин, они что-то сделали с шансами или что? В первый день было не так. Походу они что-то здесь именно сделали с шансами дропа, ребят. Или просто мы на этом маке уже крутили на 300 кассиков. Поэтому именно таким образом продвигается. Но сейчас я не думаю, что так повезет. Ну да. Не может бесконечно вести. Окей. А теперь давай плюс 3, а? Давай плюс 3. Конечно. Размечтался. Я тебя понял. Не, ну предыдущий прокрут очень даже неплохой был, я вам скажу, ребят. А вот этот вот прям очень плохой. Серьезно, ты эти 3 тоже так будешь? Капец. Капец. Вот это было сейчас дорого. На каждом уровне. Просто максимально дорого сейчас было. Я вас понял. Так, идем дальше. У нас 4 монеты получается за 70 000 цешек. Это дорого, ребят. Но я видел, что другие ребята и намного дороже отсюда выбивали. Поэтому посмотрим. Посмотрим. Начало было хорошее. Мне понравилось. Если сейчас будет снова же такая ситуация, что не будет дропаться, мы просто возьмем и перезайдем с вами в рулеточку. Потому что, как ни странно, это помогает. Оу, плюс 3. Ничего себе. Давай еще раз так. Конечно. Ну давай еще раз плюс 3. Такое редко увидишь. Давай плюс 3, пожалуйста. Конечно. Ну вот, вот лучше вот сейчас давайте на такой скачок, чем там. Здесь у нас она подороже. Здесь у нас целых 6 кассиков стоит на скачок. Давай на 2 монеты, пожалуйста. Да ё-моё. Это жесть. 7000. Неудачно. Опять 7000. Все, будем перезаходить, ребят, потому что это дороговато. 6 монет за 115000 получается мы забрали. Первый прокрут был очень хороший. Первый прокрут был очень даже хороший. А знаете что? Я не знаю, есть ли у него Виктор, но я видел, серьезно, я видел в ТикТоке, хочу попробовать. Видел в ТикТоке, чувак именно одевает Виктора в максимально бомжатском, типа, прикиде, да? И ему там сыпет прям капец как. Вот мне прям интересно, есть у него Виктор или нет? О, использовать. Давайте вот так. Так, и скин на Скорельку уберем. Ну а чё нет, давайте прикольно. Вот так, вот так. Все, погнали. Так, где рулеточка? Вот она. Полетели. О! Плюс 2, хорошо. Я вас понял. Ну ладно, вначале, в принципе, не больно, потому что здесь у нас 180 Цшек. Можно без проблем даже каждую прокрутить. Не проблема, не проблема. Сейчас это 500 ЮЦ-шек, тоже можно. Не проблема. Виктор у нас сейчас зарешает именно перед дорогими именно уровнями. Так, вот так. Оп, наружку пролетели, хорошо. Так, ну здесь мы снова же, Витек, давай, наколдуй нам тачку. Я понимаю, ребят, что это звучит как бред, но просто хочется. Че нет, это контент, да, поэтому давайте. Оп, неудачно, хорошо. Так, неудачно, да? И вот сейчас давай плюс 3. Витёк, тащи. Витёк не тащит. Я вас понял. Так, давай.
Неудачно. Это по 5000, если что. Опять неудачно, да? И вот сейчас, давай плюс 2. Давай, плюс 2. Нет. Витёк не решает. Витёк, ты что-то это... Не очень-то помогаешь. Значит, эти лайфхаки с ТикТока не, не работают, ребятки. Не ведитесь. Это все монтаж. Это все монтаж и обман. Ну давай уже. О, спасибо. Ну хоть хорошо, что еще 7 кассиков не пришлось тратить. Так. Давайте уберем повязку у Витька. Может, повязка мешает. Так, Витек, давай без... Вот так. О, да. О, жесткий. Поехали. Так, жесткий Витек выбивает себе тачку. Где Мазерати? Ё-моё, в самом начале. Полетели дальше. Но пока что мы потратили с вами 160 тысяч. И за 160 тысяч мы взяли 8 монет. Окей, поехали. Так. Я вас понял. Ну, начало. Начало оно такое всегда, не проблема. Здесь у нас, как я уже говорил неоднократно, все дешево, поэтому можно. Можно так делать. Не обидно. Так. Окей. Я тебя понял. Так, поехали дальше. Ладно, хорошо. Так, и сейчас сила Витька. Давай, Витек. Виктор. Ты знаешь кунг-фу. Давай. Оружка, я тебя понял. Ну и... Ничего, ладно. Ну здесь 2500. Хоть не 7000, да? И вот сейчас, давай, Витек, плюс 3 просто. Не работает. Витек не работает. Неудачно. Ну хотя бы на третьем прокруте, да, плюс 2 хоть разок, а? Пожалуйста. Давайте просто перезайдем. Сила Витька, полетели. Нет. Не работают лайфхаки с ТикТока. Неудачно. Давай со второй. Я тебя понял. Блин, такое начало было бодрое, согласитесь, ребят. Но мы уже 200 кассиков потратили. 200 кассиков потратили. Я вас понял, я вас понял. Так. Поехали дальше. Так. Давай, Витек, наколдуй нам. И здесь уже сейчас начнется. Неудачно. Опять неудачно. А, нет, смотри, удачно. Окей. Но здесь можно, 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 можно так. В принципе, нам на этом уровне... Пожалуйста, забирай. О, о, хорош. Давай еще. Неудачно. Прям так и чешется рука, если честно, нажать на ускорение. Вы себе не представляете, как я хочу именно за бесплатные прокруты попробовать. Но я понимаю, что это капец, как много денег и времени займет. Неудачно. Ну давай. Давай на 2 сразу. Вот сейчас, давай на 2. Да ё-моё. Так. Витёк, ты что-то тут чилишь, не помогаешь нам. Ну, пожалуйста, давай, повлияй. Магию свою включи. И помоги нам забрать именно подешевле монетки. Let's go. Неудачно. Опять неудачно. Понятно. Так, короче, у нас получается за 250 тысяч 12 монет. Правильно же я понимаю? Ну-ка, давайте посмотрим. Я все правильно понимаю. Окей. Поехали. Так и чешется просто, ребятки, рука, чтобы нажать на ускорение. Я тебя понял. Хочется быстрее это сделать, чтобы не появлялось вот это сообщение неудачно, удачно и так далее. Просто показывай, проскочило, не проскочило, и все. Так, хорошо. Хороший стартик, как в начале, прям давай. Не сдавайся, продолжаем. Давай еще, неудачно. Давай, 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 у нас в начале было такое хорошее начало. Надо повторить, let's go. Я тебя понял. И давай прямо сейчас 2.
Ну давай, две. Ну вот сейчас, две. Да ё-моё. Что же это за такая рулетка, а? Неудачно. Неудачно. Ну и понятно, понятно. Так, ну у нас еще 200 тысяч ЮЦ-шек. Погнали дальше. Блин, а давайте одну без пропуска, а? Давайте одну без пропуска попробуем. Разрабы старались, сделали анимацию. А мы просто клацаем. Когда понимаешь, сколько денег это стоит все, да? Приходит осознание того, что можно было бы хотя бы чуть-чуть шансы повысить. Чуть-чуть. Давай, давай, давай так же дальше, пожалуйста. Поехали. Let's go. Нет. Следующая. Да, ё-моё. Не, ну без пропуска это вообще долго. Одна ячейка, серьезно. Давай что-то более интересное. Можно, пожалуйста? Нельзя, да? Ну так хорошо начали, так хорошо начали. Я прям подумал, что сейчас будет контентик. А ну смотри, что делает. Все, сейчас убираем, ребятки. Без пропуска, потому что это долго. Это капец как долго. Ну давай плюс 3. А то я видел только один раз плюс 3. Да ё-моё. Короче, я так понимаю, он без пропуска еще хуже сыпет, или как? О-о-о! Хорош! А вот это ха... Это без пропуска было, вообще-то. Так. А вот отсюда, пожалуйста, ну-ка, поподробнее. Это получается, как я выбил себе. С первого прокрута, именно с мифического костюма, я дошел именно до 2 монет. Это вышло очень дешево сейчас. Прикольно. Хм. Что, реально может влиять им на пропуск или без? Я думаю, нет. Я думаю, это не должно никак влиять. Наверное, просто так совпало? Или нет? А давайте на больших прокрутах здесь уберем и проверим. А? Как вы думаете, ребят? Ну, в принципе, у нас есть такая возможность. Есть именно пока что еще большое количество ЮЦ-шек. Я думаю, стоит попробовать. Так, я понял. Вот здесь, я думаю, здесь можно убрать им на пропуск. Давайте попробуем, просто один разок. А вдруг? Ну, я понял. Дальше. Опа. Ну-ка, ну-ка давай. Ну, это ожидаемо. Ну, хотя не ожидаемо, потому что в прошлом прям сразу на вторую ушло. Ну-ка. Не решает ничего, ребят. Пропуск, не пропуск. Ожидаемо, конечно, но все же, знаете, как бы... Пытаешься хоть что-то попробовать, а вдруг? А вдруг все-таки? А он не вдруг. Жаль. А, о, смотрите. Нормально, с 2 прокрутов забрали, хорошо. Так, ставим пропуск и погнали дальше. У нас еще 140 тысяч. 140 тысяч, поехали. А сколько у нас уже монет? Я что-то сбился со счета, ребят. Так. Дальше. Понял тебя. Дальше. Понял тебя. Окей. Одна скорость. Ну, в принципе, я думал, это будет намного дольше. Но получается быстренько. По одному. Ну, серьезно. Вот сейчас сделаем это, с пропуском. Посмотрим. Хоть какой-то фарт будет или нет? Нет. Дальше. И давай сейчас на 2 ячеечки. Оп.
Нет, да? Ну, в принципе, слушайте, может реально в конце делать именно с этим... Вот так, типа, в конце делать? Может, это реально как-то поможет? Ну, уже поздно, конечно, это дело. Так, ну что, у нас получается еще где-то на два прокрута есть. Если прям вообще не повезет, да? Так. Сколько у нас уже монет? 20. 20 монет, ребят. На 20 монет ушло 400 тысяч юцешек. Хм. Понятно. Один уровень. Ой, я задел кабель, сорян. Сейчас должна картинка вернуться. О. Так. Ну, давай. Давай, ты же можешь, я видел. Я видел на своем аккаунте, тут видел. Давай, 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 давай. Ну давай. Опять один уровень. Так, дойдем до мификов, уберем пропуск. Ну а чё? А вдруг? Да блин. Неудачно, неудачно. Жестко. Очень дорогая рулетка, очень дорогая. Может быть, надо просто делать им на эти прокруты, знаете, каждый день? Типа, ты зашел один день, покрутил там пару раз, все, остановился. На следующий день опять. Может быть, именно это так влияет на эту рулетку? В принципе, я допускаю, что могут быть такие шансы, потому что, к примеру, я когда крутил, помните, рулетку с золотым костюмом? Я ее крутил там через несколько дней. То есть, не когда она вышла, а через несколько дней. И там прям сыпало, если вы помните, прям не по-детски. Я тогда все забрал с той рулеточки. Грубо говоря, за копейки. Давай! Есть! Хорош! Ребят, мы так и будем делать с вами. Дойдем до максимального и будем крутить именно с... без пропуска. Потому что как-никак, но вроде бы это как-то помогает. Хз. Я не знаю, что сказать. Но если есть результат, почему этого бы не делать? Правильно? Правильно. Так, а мы пока так, ну, хорошо, бодренько начали. Ну-ка, давай дальше. Понятно. Сглазил. А, нет, нормально. Давай-давай-давай, дальше так же. И со второй давай на мифический костюм. Бамс. На пушечке. Ну ладно, хоть со второй, не с третьей, тоже хорошо. Давай сейчас костюмчики, нет? Костюмчики со второй, смотрите. И теперь убираем пропуск и погнали. Давай сразу две. Ну хотя, одну хотя бы давай. Ну а сейчас давай две уже. Тут уже не до игр. Давай две. Да ты. Редиска такая. Блин, есть шансы, что если сейчас не выпадет, то все, да. На этом все. На этом наши полномочия все. Ну давай сейчас. Есть. Хорош. Хорош. Так, ну еще 24 касика осталось. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Кто его знает? Поехали. Так. Просто у меня получилось за 9 тысяч, если вы помните, забрать, поэтому... А почему нет? Все может быть. Так. Понял. Ну, здесь нам не больно. Давай, это последний прокрут. Давай. Не надо жадничать. Отдай монеточки. Бля, какая. Не жадничай, отдай монеты. Так, пушечки. Дойдем до костюмчиков, уберем пропуск. Ля. Нам даже не хватает до... О! Ага. Ага. Ну давай с одного прокрута, а? Я думаю, тебе повезет? Нет. Ну ладно, я думаю, он сам уже докрутит и заберет еще одну, мы можем считать, что мы забрали, да? Получается 25 монеток, ребят. 25 монеток.
Ну, то есть, получается, где-то 20 тысяч UC-шек одна машинка. Вот такие вот результаты. Виктор не зарешал. Так что не верьте Виктору. Надеюсь, видосик был для вас полезным, интересным. Если да, не забудьте его поддержать своим царским лайком. Также, ребятки, напоминаю вам про все розыгрыши, которые проходят на канале. Розыгрыш прокачки аккаунта, розыгрыш РПшек, розыгрыш Мазерати. Все это есть в описании. Просто переходите, выполняйте условия и участвуйте. А также не забывайте, что самые фартовые UC-шки только в моем магазине UC-шек. Ссылочка есть в описании. На этом, в принципе, все. Всем огромное спасибо за поддержку, спасибо за лайкосики. Вы просто самые лучшие. Береги себя, береги своих близких. С вами был Дрим. 7 топ-1.